Да, в ресторане тут, конечно, что людей, что все. Главное, на входе там чувиха стоит. Муж говорит, я буду входить и выходить каждый день, по несколько раз в день. В общем, тут столько всего, что я даже не знаю, как я это все вам сниму или сниму. Так что я вам чуть-чуть поснимаю, а потом, да, пойдем кушать. Все просто ужасно аппетитное, красивое. Прям... Фруктики. Тут что-то горячее. Надо все пробовать, потому что не поймешь, что к чему. Десертики. Смотрите, какая красота. Ну все, хватит издеваться над нами голодным. Быстро идем что-то набирать себе и кушать. Пиво бесплатно муж радуется. Как будто он так пиво любит. Вот, набрали себе вкусняшек. Это я для себя набрала с Лерой. Папа идет сейчас себе еще наберет. Да. Не только у Леры день рождения. Вот там у женщин тоже день рождения. Правда, Леркин? И у тебя день рождения. Тут даже тортики есть. Только свечки мы забыли. Лера кушает торт. День рождения можно сколько влезет. Да, зайчик? Вчера было твои волосики появились. Это было вот... Ешь мясо. Вкусно, зайчик? Лера только крем выбирает. Лер, ну только на день рождения тебе вот это все разрешено. Вкусно? Может, ты уже наелась? А люди еще не наелись. Все еще едят. Я бы сказала, жрут, но... После ужина мы пришли на детскую дискотеку. Сейчас Лера будет зажигать. А это с ней мальчик или девочка? Я не понимаю. Ей кто? Мальчик или девочка? Лерочка, танцуй! Лера так и не танцует. Браво, аплодисменты, какие большие аплодисменты. Шак-шак-шак. Thank you.
Та девочка, которая стеснялась. Танцуй, танцуй. Gangnam Style. Whoop, 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 whoop. Gangnam Style. Whoop, 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 whoop. Откуда вы? Из Камоска. А тебе? Аня, откуда? Сестра? Он не своя швеста, матери. Гайстай, габлоза! Лерка на своей днюхе отрывается по полной. А там что вначале они начинали танцевать за ручки и держалась. Я думала, мальчик-девочка, оказалась девочка. Еще из Ирана. Yes,
Так, мальчик, отойди. Отойди, мальчик, от нашей девочки, она еще маленькая. Смотрим, как это так потанцевать. Тандем. Хулиганка. Лайла Топ, спокойной ночи. Это нам спокойной ночи.